Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхаб. С 2006 года Пхеньян провел уже 5 ядерных испытаний и серию ракетных пусков. Руководство страны отвергает требования международного сообщества о прекращении подобной деятельности, ссылаясь на угрозу со стороны США. В контактных зоопарках могут запретить содержание экзотических животных, передает Russia Today. С таким предложением выступила Ассоциация зоопарков и аквариумов России. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму в мае. Прокуратура Верхнего Уфалея возбудила дело в отношении председателя собрания депутатов за потерю документов одного из кандидатов в городскую общественную палату, информирует коммерсант.ру. Сумма штрафа народному избраннику пока неизвестна. По законодательству она составляет от 500 до 1000 рублей.